Цивильске перед судом предстанет полицейский, который нарушил правила дорожного движения и по неосторожности нанес тяжкий вред здоровью человека. На днях завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего сотрудника полиции из Санкт-Петербурга. По версии следствия, вечером 16 декабря прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем Kia Ceed, исследуя на нем по проезжей части улицы Иванова в городе Цивильске без учета дорожных и метеорологических условий, в частности темного времени суток, дождливой погоды, плохой видимости в направлении движения и влажного покрытия дороги, не проявил должной бдительности и внимательности и совершил наезд на 57-летнего местного жителя, переходившего дорогу. В результате ДТП потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма в форме ушиба головного мозга, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание, которое может получить нарушитель – лишение свободы на 2 года с изъятием прав на управление транспортным средством сроком до 3 лет.